Да ладно, тебе на следующий день после выполнения задания легенд с Нахидой выпало задание мира. Типа, расскажите плесникам, что произошло. Поехали. Мне так хочется помочь им встретиться снова. На эти плесеньки остались совсем одни. И за лагерь парящих анем и плесеньков пойман тоже тревожно. Да, и мне. Есть идея. Может, отведем их туда, пусть живут вместе. Они все жили бок о бок с элементами существами. Думаю, в результате у них выработались похожие повадки. Точно, они смогут друг о друге позаботиться. Ну что, пойдемте с нами? Ну, видимо, да. Похоже, ты их уговорила. Ну что ж, идем. Подождите, это продолжение задания, что ли? Два одиноких плесника получили в лагере теплый прием. Ничего не понятно, но очень интересно. Кажется, эти плесники нас помнят. Они такие милые и дружелюбные. Да, видимо, элементный сородич был очень значимым членом их стаи. Эй, что вы делаете? Хотите поиграть с Паймом? Ну ладно, ладно. Макси Плей, можно Паймом с ними поиграть? Конечно, иди. Я должна перед тобой извиниться. Когда мы были внутри Апепа, и семя огня разрушилось, я решила принести в жертву свою силу. Паймон тебе говорила? Да, я тогда немного рассердилась. Я поторопилась, надо было как следует подумать и принять более взвешенное решение. Но все мои мысли были об одном. Дендродракон на краю гибели, жители, сумеру, опасности. Я не ходила, находила себе место от тревоги и страха. Если бы я упустила время, когда еще можно было бы что-то сделать, если бы опустила руки и не попыталась его спасти. Потратить свою силу — самый простой выход, но в то же время самый трудный. Тебе еще есть куда расти. Да, они многому меня научили. Я понимаю, что их желание исполнилось, но все еще не могу этого принять. Его голос звучал так легко и радостно, но мне хотелось плакать. Видимо, я еще не до конца понимаю, что такое сочувствие. Дело не в тебе. Спасибо тебе за утешение. Чувство — сложная штука. Мне еще многому надо научиться. Оказывается, они знают, как обрабатывать землю. Может, просто повторяют движения за людьми? Но тот плесник даже научился говорить. Скорее всего, все это результат длительного воздействия силы элементов. Время наделило огромной силой. Точно, теперь два одиноких плесника в безопасности. Я позабочусь об этом лагере, буду их навещать, проверять, как идут дела. Я хочу сохранить следы, оставленные элементными существами, чтобы в будущем они могли встретиться со своими сородичами. Ведь в конце концов, точнее, ведь в конце прозвучало имя Нур, значит, воспоминания вернулись. Я верю в чудеса. Да, не будем терять надежду раньше времени. Нахида, плесники принесли нам фруктов, угощайся. Да-да-да, хорошо, иду. Ой, да, серьезно, задание мира, отдельное задание мира, которое появилось... Удивительно. Вот они, кстати, смотрите. Но с ними нельзя говорить. С ними нельзя говорить, к сожалению. Не забывайте подписываться на все каналы, ссылочки которых расположены в описании к этому видео. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца и пишите комментарии. Увидимся, пока-пока.